Всем приветики, ребята, меня зовут Бинка, и сегодня я приехала в самый необыкновенный именно райончик. Вы даже не догадаетесь, куда я сегодня прибежала. Это как раз именно за моей спиной дом, угадайте кого, а ну угадай. Это дом Барби, самой известной девушки в мире. Она очень сильно шикарная и офигенная. Сегодня мне очень сильно будет интересно посмотреть, в каких же условиях она живет. Я уверена, вам тоже будет безумно интересно. Ну а ты не забудь подписаться, поставить лайк и написать мне приятный комментарий. Жду безумно ваших комментариев, и давай поскорее готовь вкусняшки, чаёк, кофеёк. И мы с вами сейчас приступаем идти в гости. Вы только посмотрите на эти кадры. Кукла Барби очень сильно обожает именно как раз розовый цвет, поэтому я как раз взяла тюльпанчик розового цвета и сама оделась тоже в броню розовый цвет. Вот только посмотрите, какие хромы. Это просто какой-то кошмар. Здесь тут тупо такие просто сумасшедшие на дома. Мне безумно очень сильно нравится. Вы только посмотрите на этот фонтан. Он просто великолепен, он шикарен. Он просто шикарен. Мне безумно нравится именно это, типа как это аллея или нет. Вы сами должны мне сказать, что это такое. Ну, я думаю, как раз можно сейчас посмотреть, что же там внутри в доме. Предлагаю пройти сейчас в дом и посмотреть, что же там в середине находится. Я, наверное, ожидаю прям что-то такое роскошное, прям великолепное. Но в конце мы с вами оценим, как оно и что. Так, ножки мы вытерли. Так. Что здесь у нас? Вау! Что я здесь вижу? Я вижу уютненький, маленький, скромненький дом почему-то. Но я ведь думала, что у нее огромный. Прям капец великолепен. Давайте-ка, наверное, цветочек вот сюда посадим. Это ее будет типа как цветок. Так, что тут у нас? Это кухня? Это серьезно кухня? Хорошо, давайте-ка дальше. Я вижу какие-то два двери. Это, я так понимаю, как раз именно кукла Барби приготовила кушать. Великолепно, хорошо. Подходит, это у нас как раз эта улица была. Это у нас склад. У нас как раз еще ведет на второй этаж. Очень сильно интересно, но я хочу рассмотреть все внимательно. Слушайте, здесь какой-то спуск есть еще. Давайте-ка заглянем. Вау, здесь только бочек, я так понимаю, это винные бочки. Это очень сильно прикольно. Ну, я за это могу как раз 5 баллов где-то поставить. Мне безумно нравится. Это у нас колонизация или что это такое? Да, походу. Интересно, очень сильно интересно. Давайте-ка тогда поднимемся и посмотрим, что же туда у нас на втором этаже. Если мы, получается, уже посмотрели именно на первом. Быстренько мы с вами поднимаемся на второй этаж и смотрим, что здесь у нас такого. Я еще вижу одну лестницу, которая как раз ведет именно на третий этаж. Очень много здесь я вижу дверей. Ну, давайте-ка откроем. Опа! Слушайте, ребята, мне безумно очень сильно нравится, правда. Ой, а коврик не загорится, разве что? Давайте-ка, наверное, поможем Барби. Не хватало нам еще здесь пожара. Куда эта дверь ведет? О, я поняла. Это маленький, типа, как балкончик, а это, типа, как спасательная лестница, которая ведет никуда. Офигенный краевид. Вы только посмотрите, какая же это просто красота. Я вижу лошади. Это конюшня, ребята. Маленький жеребец, господи, как мне очень сильно это нравится. Мы с вами обязательно туда еще пойдем и посмотрим, что же там происходит. Это, ага, это просто такая типа как кроватка. А это типа как ванная. Блин, мне безумно очень сильно нравится. Я бы хотела бы как раз именно здесь пожить. Здесь что у нас тоже находится, это тоже типа как комната спальни. Зачем столько спальни? Пожалуйста, напишите мне об этом комментарий, девочки, если вы смотрите меня. Здесь я вижу тоже туалет. Интересненький такой, хорошо. Это у нас как раз именно комната. Ага, я так поняла. Отдельная комната, отдельный туалет. Вот зачем как раз нужна колонизация такая кремесная и откуда столько вода течет. В сундуках тут ничего нету, к сожалению, пока что пусто. Но мне очень сильно было бы интересно посмотреть, что там они прячут. Вау, мне безумно нравится. Это типа как полочки. Офигенно придумали, это типа как зеркало. Блин, молодцы. Ну, я, наверное, поставлю тоже здесь твердую пятерку. Здесь у нас что? Тоже балкон. Блин, ну как же это очень сильно красиво. Я вижу, кажется, лабиринт. А зачем он нужен? Тю. Ну что, ребята, предлагаю тогда подняться на третий уже этаж. Я не знаю, сколько здесь этажей. Я вроде-то больше не вижу. Да, вроде никого, ничего больше нету. Это у нас что? Это у нас типа
как спальня, что ли. А здесь что? Ага, вау. Это, наверное, именно комната Барби. Здесь она может спокойно переодеваться и ложить на полочке свою обувь. Это очень сильно круто. Давайте-ка, наверное, все-таки двери закроем. Не будем показывать, что мы здесь бегали, рылись и смотрели. Давайте-ка, наверное, пройдем сюда. Здесь что? Это типа как туалет. Это ванная. Очень сильно прикольно. Я бы, наверное, бы приняла ванну именно у Барби в гостях. Это очень сильно интересно. Нужно будет потом с ней подружиться. И потом я к ней еще в гости приду и, наверное, чаепитие устроим. Как раз посидим, поговорим. Здесь что у нас такое интересное? Это у нас прихожая, мы уже с вами смотрели. Ну, давайте-ка, наверное, выйдем. Это что у нас? Это типа он как маленький коридорчик. Очень сильно уютный. Очень, прям слишком. Здесь дверей даже нету. Странно как-то. Это типа, как я так поняла, за ней типа дворик. Для шашлыков, барбекю. Интересно. Так, это у нас как раз мы уже подходим до конюшни. Двери тоже опять забыла закрыть, но ничего страшного, такого резяво бывает. Ага, это у нас просто типа как... Я забыла, как оно называется, пожалуйста, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ага, это как раз типа для сена, так дальше, все. Так, это у нас как раз конюшня. Это маленький жеребец, которого мы с вами только что видели. Какой он очень сильно красивый и маленький. Блин, ага, он уже вырос. Ребята, он уже вырос, он вымахал моментально на глазах. Так, здесь только лошади. Это мы, наверное, сейчас в гостях находимся у Барби-ковбоя. Очень сильно круто и интересно, мне безумно нравится. Это у нас типа как что такое, я не понимаю. Это что? Это просто типа такие деревья декоративные или что? Прикольно, прикольно сделано. Да, мне очень сильно нравится. А здесь что у нас? Ага, здесь у нас типа как в виде бассейна. Очень сильно интересно и занимательно. Блин, я хочу жить именно в этом доме. Класс, просто класс. И как раз на дерево то, что нужно выросло. Обалдеть просто. Я где-то здесь видела. Ой, это что такое? Это теплицы? Нужно быстренько подбежать и посмотреть, что же это за интересная штука такая. Тоже везде двери открыты. Почему двери не закрывают? Да, это типа как теплицы, но здесь почему-то выращивают кусты. Что тут за кусты, интересно, не понимаю. Вау, здесь тоже декоративные кусты. Блин, обалденно просто. Лабиринт. Ну давайте-ка попробуем, наверное, все-таки прийти. Я надеюсь, что мы как раз именно дойдем к джекпоту. Очень сильно надеюсь. И не будете тут никого, потому что я ненавижу лабиринты. Это мы сейчас ходим, по-моему, как раз в тупик, да. Мы выходим обратно. Так. Ребята, по-моему, мы снова ходим по кругу. Блин, я уже запуталась. Да, мы ходим, ребята, по кругу. Это очень сильно плохо, я реально запуталась. Блин, я так, короче, не играю, все. Дурные, блин, игры. Все, Винка умерла. На самом начале. Все, я буду здесь сидеть в уголку и ждать Винчи. Но в чудеса нужно верить. А вдруг я его встречу? Ребята, вы только посмотрите, какая же это красота. Это просто великолепно. Я даже не понимаю, что это такое. Ну, калитка просто круто сделана. Давайте-ка, наверное, сейчас поднимемся и посмотрим, что же здесь такое происходит. Я вижу как раз пшеницу. Очень слишком много пшеницы. Наверное, все-таки Барби не следит за своей фигурой и кушает всякое мучное. Типа как хлеб, булочки, так и дальше. Так она поправится. Ну, пускай как хочет. О, здесь типа как и для прогулочки, я так поняла. Ну, очень сильно великолепно сделано. Мне безумно нравится. Я замечательную оценку ставлю. Так, давайте-ка, наверное... Вау! Это как раз... Это... Блин, мне нравится. Это личное озеро. Там, где она может как раз прийти ночью. Или вечером так погулять с плетиком. Или даже на рыбалку пойти. Ну, я не знаю, Барби ходят на рыбалку или нет. Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Мне очень сильно будет интересно почитать и посмотреть. Так, где-то я еще... О, вон, я вижу какой-то домик, я хочу очень сильно туда пойти посмотреть, что же там внутри как раз находится. Вы только посмотрите, сколько здесь сосен. Сосен. Здесь много сосен, правда, прям слишком, я бы сказала. Но тут такой свежий воздух, такой чистый. Это просто какой-то кошмар. Смотрите, она опять забыла двери позакрывать. Может, ее кто-то заходил ограбить, я не понимаю. Теперь сейчас она придет домой, и здесь я тусуюсь, и она на меня, возможно, вызовет милицию. Здесь две спальни, кровати, ничего здесь в сундуках нету. Давайте-ка закроем меч. Барби пользуется мечом? Или это ее парень Кейн? Или как его там? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я помню, я играла в куколки, только это так слишком давно было. Просто капец. Ладно, я так и оставляю, пускай так и будет. Вы только посмотрите, какое поле огромное. Это просто какой-то трындец. Я еще какой-то вижу сарайчик или что это такое. Возможно, туалет. Да, это туалет.
Очень сильно интересно. Ну, хорошо. В принципе, неплохо. А куда это ведет, типа, как тропинка или что это такое? Это, наверное, специальный знак, типа, что там еще приглашение какое-то есть. Давайте-ка, наверное, посмотрим, от чего это ограждает. Очень сильно интересно. Или она, возможно, застройку хочет какую-то еще новую сделать. Так зачем ей столько всего? У нее он куча, блин. А у меня ничего. У меня один всего лишь домик. Да, она собирается еще, наверное, возможно, даже какой-то замок построить. Ну, это будет в дальнейшем все видно. Возможно, я еще к ней в гости зайду, если вам очень сильно понравилось именно это видео. Ну, ничего страшного. Давайте-ка, наверное, все-таки вернемся. И сейчас сделаем выводы. Так, бежим. Но мне это очень сильно, типа как частичка, очень сильно понравилось, правда. Ну что, ребята, вот такой видеоролик у нас получился. Я не знаю, как вам очень сильно понравилось или нет, но, по-моему, очень сильно великолепно получилось. Но я, конечно же, думала, что там, конечно, будет в доме побольше места и побольше всего розового, так как она фанатка розового цвета. Но, к сожалению, Барби пока что нету дома, но мы обязательно с ней еще встретимся. Ну, а ты напиши в комментарии, как тебе зашло или нет. Поставь лайк, не забудь подписаться, пожалуйста. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за просмотр и за внимание. Да. Ну а лошадки вообще зачетные. Мне понравилось. Все, до новых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока.